Приветствую вас, друзья мои! Пока у меня проходят напряженные рабочие недели, и я не успеваю смонтировать для вас вторую часть фильма про музей Ватикана, я решила загрузить небольшую видеозарисовку, как Рим готовится к Пасхе. Магазины переполнены шоколадными пасхальными яйцами и выпечкой. Мы тоже готовимся отметить этот праздник в кругу семьи. Уже заказали за городом ресторан, где готовят только римские блюда. И нас, как всегда, собирается около 60 человек. Много детей, взрослых, весь ресторан будет наш. И опять часы и часы застолья. Пусть так будет всегда. Сейчас, в предпраздничную неделю, в Вечном Городе очень много туристов. В пятницу 15 апреля после пандемии впервые за 2 года будет проходить Страстная Пятница. Папа Франциск возглавит традиционное богослужение у Колизея. Служба начнется в 9 часов вечера. В крестном ходе у Колизея вместе с Папой Франциском примут участие русские и украинские семьи. А пока идут только подготовки к праздникам. Подготовка к Страстной Пятнице, Пасхе, Дню Города. 21 апреля – день рождения города. Рим отметит 2775-й день рождения. В этом году полиция Италии отметила 170 лет. На испанской лестнице уже выставили горшки с азалией. Они будут украшать лестницу, пока не отцветут. Видеозарисовка получается немного сумбурная. Что-то успеваю снять во время экскурсии, пока вы, гости Вечного Города, делаете памятные фото. Кое-что снимаю между экскурсиями. Но в любом случае всегда хочется показать Рим, жизнь, запечатлеть счастье людей, их улыбки. И очень хочется, чтобы так было всегда. Когда гуляешь по такому удивительному и красивому городу, забываешь про все на свете. Мне так хочется запомнить мир таким, каким он был, и каким он больше никогда не будет. Каждый день мы читаем новости, и они нас переносят совсем в другую жизнь, в которую не хочется верить. Наша спокойная жизнь закончилась, ее больше нет. Только рано утром несколько секунд спокойствия, и потом опять волнение и переживание.
Я бегу в центр Вечного города, чтобы отвлечься и помочь вам, дорогие мои друзья, кто приезжает в Рим, хоть на несколько дней вашего пребывания украсить вашу жизнь. Давайте будем жизнь благодарить за все. За солнце, за прекрасный день, за мудрых и отзывчивых друзей, за то, что мы сегодня вместе. Ведь неизвестно, что ждет нас завтра. Thank you.